Всем привет, ребята! Продолжаем наш марафон по EasyDrop. Сегодня у нас 26 выпуск. Уже время близится к финалу, время близится к розыгрышу. Условия розыгрыша будут прикреплены в описании к этому видео. Что нужно сделать для того, чтобы участие принять? То есть всего там три простых шага. Первое — это подписаться на канал, второе — поставить лайк видео. Ссылка на видео будет также в описании канала. Ну и третье — просто в комментарии написать, что ты все выполнил эти условия. Вчера мне подсказал один из подписчиков, каким способом можно на YouTube это все разыграть. То есть разыгрывать я это все буду вот на вот этом сайте. Я вчера его потестил маленечко, он мне очень понравился. Здесь есть единственный только нюанс. Он не показывает подписчика, подписку в том случае, если у вас канал закрытый. Ребят, поэтому, чтобы мне не нарушать правила розыгрыша, ну а соответственно вам не остаться без приза, то у меня к вам просьба: откройте свой канал. Вы можете это сделать, открыть его только на 1 ноября, то есть всего лишь там на один день, да, пока не пойдет розыгрыш. Вот. Но тогда, по крайней мере, я смогу розыгрыш провести нормально и никого не обижу. Тем более шансы на розыгрыш очень высокие, потому что подписчиков небольшое количество, принимает участие еще меньше. Вот есть очень высокая вероятность, то есть вам получить какой-то дроп, возможно, даже два или там все три скина забрать, потому что разыгрываться будет среди подписчиков, и будем мы без блюда разыгрываться, поэтому шанс у вас есть действительно хороший. Вот, ну, а мы начинаем непосредственно с самого открытия. Как обычно, закинул 250 рублей, сегодня я промокод использую на 30%, мне там в комментариях кто-то из подписчиков написал, скинул, ну, мне же не трудно, я ввел, там копеечка, может, какая-то на баланс человека упала. Что там 40 или 30% от 250 рублей, это как бы сумма вообще, ну, незначительная. Если ты 100 тысяч закидываешь и 40-30%, конечно, там 10% будет проиграть, а 250 рублей на 20 рублей там разница, или сколько там даже. Несерьезно. Вчера вне видео крутанул колесико, вот опять оно недоступно. Вчера открыл три кейса вне видео, выпало мне три грозы, опять они недоступны, как же ты меня задолбал со своим откатом сайт. В общем, опять придется вне видео это все открывать, смотреть. Ну, вчера ничего интересного не выпало, выпало три грозы, там по рублю я их продал. Будем открывать кейсики. Так, давайте шипа кейсы. Давай-ка, значит, разомнемся с 10 карт. А, с 10, да? Хотел с 10 размяться, а хрен там. Получите, распишите. Давай с 10 разомнемся. Нашу будем тактику использовать. Тактику галактику. 1-4, 1-5, 1-6, 1-6. Теперь 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и... 2-6 уже круг прошел, да? А, ну и 2-1 вот так вот тогда. О. А вот тут вот так была, ну, сразу говорю, то, что она вот так вот на перекрестке была, то есть ничего не значит, если бы я выбрал именно это перекрестие, то мне бы нихера тоже не выпало. Скрипт таким образом настроен, что происходит замена скина, если, ну, там ножи совпадают. Поэтому не надо надеяться на то, что ты сможешь что-то отсюда стоящее, путное, сочное вынести. Такой, ну, кровавое это выпадал уже, да, то есть скинчик, по-моему. По-моему, даже он в инвентаре там есть. По-моему. Ни хрена не помню, что там у тебя есть там, да. Вот. Ну, смотри, как бы баланс я вернул. Давай мы откроем обычно, посмотрим. Вот. Вчера записывал видео со звуком. Короче, канал там на авторские права, как всегда, подал. Попытался видео удалить. Ой, смотри-ка, скин за 40 рублей. Попытался удалить видео, он мне прописал бороду. Ну, то есть, там не то, что бороду. Вроде как обработка видео сейчас идет, и которая уже сутки практически длится. Я не знаю, что они там обрабатывают. Что-то я-то думал, прям сейчас ножички выпадут. А кто же? Ах, наивный. Вроде взрослый человек, а все в сказке веришь, да? Как есть такая поговорка. Выпадут тот ножики, да? Что-то, по-моему, я сильно уменьшил. Он прям сильно-сильно. 53 рубля. Ну, это не окуп, конечно. Я не скажу, как
зависла, прятал ножи. Ну, я уже давно тебя раскусил, что если ты висишь, то ты, значит, ножики прячешь. Прячешь ножички. В общем, подписчик вчера там и общался. Говорит, учись это видосы монтировать, все там неинтересные моменты вырезать. Ну, да. Я уже тоже об этом думал, что надо как-то учиться видосы клепать, видосы монтировать. И вот мне еще тем более об этом сказали. Ну, значит, однозначно надо учиться клепать и монтировать. Так, ну что, пока что у нас сегодня только выпал один скинчик, который годен для розыгрыша, и остальное полностью меня бреет, сливает. Вот сегодня, кстати, наверное, я и поставлю рекорд по сливу. А, хотя фиг, я там, наверное, про розыгрыш этот разговаривал очень долго, никакого рекорда по сливу не получится. Эх, а так хотелось записать видос, короче, 5 минут. Вот. Ну, сейчас меня сольет. Ну, на этом он точно не остановится. То есть это прям сильно бы. Это хоть и не ножи, но это все равно сильно офигенно. Еще вот 19 рублей, пожалуйста. Распишитесь, получите. Что тут? 30-очка. Ровно 30, это прям на прокруточку в 5 раз. Ох ты ж, как ты меня прям это. Ох ты, не хватает, да? Как ты мне там показал такой? Сколько синьки в ряд? Африканская сетка, да? Африканская сетка, это все не то. И тут не то. Что у нас тут? 20 рублей. Но он в своем репертуаре, он сперва такой бах-бах-бах, потом вроде чуть-чуть там отдает такой. Отдает. Типа вошел в положение, там отдал, да? Вот, на. Не, ну в принципе, что я на сайт-то гоню? Он, в принципе, мне там хорошо. Он насыпает хорошо, и я в окупе, в любом случае, то есть я в окупе по этому сайту. То есть я сейчас зайду, посмотрим, на какую сумму у меня там скинов. Вот. На какую сумму скинов, плюс еще сколько я вывел отсюда добра, которая мне нападала с изидропа. Так, все, что тут на 3, давай. Давай, мне, короче, вот этот можно, и ножик. А, ну ты по-другому считаешь, да? Ну, кто я такой, чтобы спорить с тобой? О, один кейс даже есть что-то. Давай ножик. Я вообще не разбираюсь в этих ножах, какой из них там самый дешманский, какой из них самый дорогой там, да? Не понимаю этого. Так, все, ты меня слил. Все, отлично, ты меня слил, отлично. Так, давайте глянем, что у нас тут. Ну, серость он одна нападала. Что у нас тут есть? Ну, вот скины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 18. Ну, еще впереди несколько розыгрышей есть там, да. 30 числа мы будем заканчивать. Все скины будут накоплены. Потом я уже буду с них бахать контракты. Давай-ка на сумму посмотрим, сколько это. Ну, на 2600. Вот смотри, на 2600 есть скинов. То есть, грубо говоря, 2600 на балансе. Это если по 250 рублей закидывать каждый день. То есть, это я в течение 10 дней должен закидывать там, да. Ну, если учесть, что сейчас у нас только 6 выпуск. То есть, вот здесь вот на 10-дневный баланс. И плюс к этому я еще сколько отсюда выводил. То есть, у меня и толпа там была, и пистолеты там по 400, по 500 рублей. Ну, то есть я, в принципе, в окупе, я на сайт не жалуюсь, я доволен. Вот это мне выпало, когда я 4 косаря на баланс выполнял самый первый раз, то есть хоть там открывал дорогие кейсы. Вот, это мне выпало тоже с фрикейса вот отсюда, с третьего, что ли, выпал покойник. То есть, ну, это пока что самый дорогой мой дроп. В общем, все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки под видео, принимайте участие в розыгрыше, то есть получаете сочные скины. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.